Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джано Самаюктам Биндаванам Манохарам Банчакалпадаруашакипасиндхивача Патитананг Паванебхо Вишнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачаланг Пангунг Ланхайтагирим Яткипатамханг Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кесавасача Шнабхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритта норан чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудирай Шанкиртане кришна катхо падеше Гаурия патрашо пракасане ча Шадануракта гуру бхакти жукто Бхакти прамадакша жагод варуна Дхейям сада парибхавагнам авиштадохам Тетхас падам сива виринчанутам сараньям Бхитаттихам панутапал бхавадибутам Банде махапурушате чарунарвиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатая Висфуржитагимапигаподушвадарши Пурнану рагра сасагра сара мурти сарадхикамай кадам каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato, sankirtanai kavitaro kamalaya taksho. Вишам баро дижа баро жугадхарма пало банде жагат приякару каруна бхутару Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сураир Вандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирандара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджаша Бадане Лакшмир Джаша Чавакшаси Ясьястехиде самбир твам нишингамахам бхаджи Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ачарджа Вишнум Паричарджа Ачарджа Вишнум Паричарджа Вишнум Ачарджа Дхармам Паричарджа Вишнум
Вичарджа тиртхани вичарджа ведану, бинана гоуру падо севанам, бедади дуспатта падам виданти. Ачарджа дхармам, паричарджа вишнум, вичарджа тиртхани вичарджа ведану, бинана гоуру пия падо севанам, бедади дуспатта падам виданти. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада, Джагадгуру told, Прана Чаджара Сиддханта. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что и вот Шрила Прабхупада сказал такую фразу, что вот он произнес этот стих из своей поэмы «Вайшнаваке». Он значит прана. Сейчас Махараш объяснит эту фразу двумя словами по-русски, сложно сказать. И вот Шрила Прабхупада говорит, что подлинный вайшнав тот, кто... Не тот, кто внешне похож на вайшнава, а тот, кто видит себя таким образом. Внешняя одежда, какие-то внешние атрибуты, титулы. Это они не на 100% указывают на вайшнава. Шрила Прабхупада говорит, что подлинные качества вайшнава – это тот, кто не принимает вайшнава прачишту, не стремится к славе, к почестям, к тому, чтобы прославиться, не стремится к богатству, к деньгам, к каким-то к положению в обществе, к противоположному полу. И пратишта здесь она сравнивается с тигрицей. То есть то, что мы оставляем пратишту, это проявление ложного эго. Кто-то заявляет, что не примет никакой пратишти, но никто не может избежать пратишти. Она естественным образом появляется. Никто не может избежать ее. Пратишта, она оскверняет наше сердце, но мы должны направить ее в нужное русло. Материальная пратишта, она оскверняет наше сердце, но мы должны ее как направить в нужное русло и сделать ее вайшнава пратиште. Но специально не каждый может сделать это, даже те, кто хотят, далеко не у всех получается. Потом богатство, положение в обществе, какая-то слава, все оно придет в вашу жизнь. Но вы должны направить все в нужное русло. Если, например, приходят деньги, нужно занять их в служении для проповеди послания Гуранги. Камини, если есть камини, это тоже можно использовать для Кришна Сева, для своей собственной Севы. Мы для себя не должны это использовать, пратишта, она тоже приходит. И кто-то хочет как-то скрыться от славы, это тоже один из признаков лицемерия. Шрила Прабхупада говорит, что кто-то боится, что если будет
проповедует, он как-то прославится, и такие люди боятся этого и не проповедуют, а просто вот так, закрывшись какой-то паранджой, сидят в одном месте и не выходят даже из комнаты. Но Шрила Прабхупад говорит, что практически, если приходит к нам, то в этом нет ничего плохого, если мы эту всю славу, которая приходит к нам, мы перенаправляем ее в адрес нашего Гурудева, нашей Гурвараги, и тогда никакие дурные последствия этой практички, этой славы, они не затронут нас. И деньги, слава и все прочее, что приходит, мы должны использовать для обычного севы. Женщины, они тоже могут служить Кришне, а не нам. И Пратишта может прийти, она должна прийти. Даже Мадхавендра Пурипат, он вынужден был принять Пратишту. В итоге Мадхавендра Пурипат, он пытался избежать Пратишты, но в итоге он был вынужден принять Пратишту по желанию Кришны. И вот по желанию Кришны он принял эту вайшнава пратишту, это не такое большое дело. И в то же самое время мы должны помнить. Мы должны быть очень осторожны с этими словами. И здесь также описывается, что если мы пытаемся оставить Лабхупаджу и пратишту, то это не так хорошо, если пратишта, канака и камини и все остальное, все негативное, оно оставит нас само. И все трансцендентное, оно явится в нашу жизнь. Это может произойти благодаря совершенной гуру Анугати, совершенному следованию садгуру и служению ему. Это единственное, что может нас привести к абсолютному успеху. Шрила Прабхупад много раз говорил. Вот такие слова. И он в поэме «Вайшнава океан» тоже приводит этот стих, что тот, кто то такие люди, безжизненные люди, не могут проповедовать. Что значит жизнь? Согласно биологии, вроде все живые, но не совсем, если нету. Ну, здесь Шрила Прабхупад под определением жизни при он подразумевает преданность. То есть те люди, которых нет у самих преданности Шаранагати, они их проповедь бестолкова. Шрила Бхактивинода Тхакура говорил, что у нас должно быть Шаранагати, мы не должны оставлять что-то для себя. Даже наши желания, они должны быть в гармонии с Гурудевом. Что значит наше желание? То, что нам нравится и нам не нравится, они не столь значимы. Мы должны уделять внимание Гуру Падпадме. Это главное Шаранагати. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, если у нас есть стопроцентная шаранагати, лотосным стопам гуру и гуранги, то тогда это зовется жизнь. Иначе какой-то садгуру, у него могут принять посвящение много учеников, но далеко не все могут достичь успеха. То есть некоторые могут достичь успеха, а некоторые не могут. И перед тем,
как послать посланникам Гауди Матка в западные страны. Шрила Прабхупад, он дал саньяса 24 ученикам, кому-то, ну, в общем, для проповеди Гауди Ваня Шрила Прабхупад дал саньяса 24 преданным. Если люди, которые проповедуют, они не уважают, не любят Гауди Мат, Гауди Сампрадаю, наше учение, то что они могут проповедовать, поскольку суть проповеди — это наша преданность Сампрадаю. И эта преданность Сампрадаю, и учение Сампрадаю, она может помочь нам проповедовать по-настоящему. И вот перед тем, как отправить посланников на Запад, Шрила Прабхупад хотел кого-то отправить на Запад для проповеди. И перед этим Шрила Прабхупад, он хотел дать им прекрасный совет. О, мои друзья, Шрила Прабхупад не говорил, что вы мои ученики. Нет, он сказал вот так вот, что вы все мои випоту ударан банту. На бенгали значит, вы все помогаете мне избавиться от всех проблем. Вы мои друзья, вы помогаете мне избавиться от майя, чтобы, поскольку все проблемы на пути Кришна Баджана возникают, и вы помогаете мне избавиться от них, поскольку Кришна Баджан — это не шутки. Многие относятся к Кришна Баджану как к какому-то хобби. Но как, и когда я... Вот Махарадж учился в каком-то учебном заведении, там были какие-то опциональные предметы. Можно было санскрит изучать, или хинди, или математику. Так опционально. Не обязательно, а какие-то опциональные. Также многие люди относятся к Хари Баджану как к чему-то незначительному. Я знаю, что кто-то разгневаться может, но я вынужден сказать так. Сейчас многие относятся к Хари Баджану как к чему-то, какому-то хобби, как к какому-то теннису, крикету, еще кому-то, еще таким вещам, которые можно делать или можно не делать. Но говорится, если вы по-настоящему хотите совершать Кришна Баджан, то вы увидите множество проблем, придет на вашем пути, чтобы как-то нарушить вашу проповедь и прочие вещи. Не каждый может потерпеть, что вы совершаете Кришна Баджан, но я воспринимаю это как милость Нитянанды. Если Нитянанда хочет видеть мою настойчивость, мое терпение, мое стремление в проповеди, то пускай проверяет их. И вот перед тем, как отправить посланников на Запад, Шрила Прабхупад, он дал прекрасное наставление. О, мои друзья, вы все помогаете мне избавиться от моих проблем, помогаете мне на пути Кришна Сева. Кришна Сева — это огромный раздел, огромное нечто, огромное. Вы все помогаете мне в этом. Я не могу выгнать вас, поскольку я знаю, что вы тоже можете совершать какое-то служение. И это техника ачарьи. Он использует всех и каждого в соответствии с их способностями. Как, например, мы видели Прабхупада Шрилы Бхактисиддханта Мадхва Госвами Махараджа.
как он проповедовал, какова была его техника проповеди. Он видел, если кто-то не был готов совершать баджан, но так или иначе он организовал ситуацию в жизни этой души так, чтобы они автоматически могли совершать какую-то Кришна-севу и увеличили количество их сукрити. А как, например, кто-то из нас какие-то деньги в банке пытается как-то сохранить, и ему набегают сложные проценты, ему набегают, то есть проценты на проценты. Это называется аккумулятивный или сложный процент. И Гуру-варга очень хитра, и так или иначе, прямо или косвенно, они организуют ситуацию таким образом, чтобы люди не вынуждены были совершать какое-то служение, чтобы увеличить количество своего сукрити и бхакти в какой-то день, но увеличится. И вот Шрила Прабхупад, он просил всех, о мои друзья, перед тем, как отправиться в Европу, пытайтесь понять, что все они, большинство из них образованные, продвинутые в всяких технологиях, вы можете. А когда вы отправитесь туда, вы можете привлечься чем-то там, но будьте осторожны, не привязывайтесь к этому. Ваша привязанность должна быть направлена в адрес Гуранги Нитянанды, иначе вы привлечетесь каким-то чем-то внешним. О, мои друзья, будьте осторожны насчет этого. Это возможно для вас, если у вас есть связь с Нитянандой. А если вы потеряете связь с Нитянандой, то почувствуете какое-то беспокойство. И до тех пор, пока вы имеете связь с Нитянандой, вы будете чувствовать блаженство. Наше сердце. Мы должны определить нашу наивысшую цель в нашей жизни. Иногда мы занимаемся чем-то одним, другим, пятым, десятым, но нет, мы не должны быть беспокойны. Кришна Баджан, он очень прост. И в то же самое время Шрила Прабхупад говорит, что нет ничего более простого, чем Кришна Баджан. Я обещаю вам, что нет ничего, что можно было бы сравнить с Кришна Баджаном, но все же Кришна Баджан, он очень сложен. Почему? Это естественная функция Кришна Баджана, он – это естественная функция нашей души. Некоторые люди привязаны к употреблению алкоголя, и таким образом они пьянеют в процессе. И также, когда мы слишком погружаемся в майю, то ложное эго, оно захватывает наше сердце. Мы гордимся какими-то вещами, которыми не следует гордиться. И вот Кришна Баджан. Это естественная функция нашей души, такая как вода, например. Ее естественное состояние жидкое. Конечно, когда она находится под воздействием холода или жара, то она становится льдом или паром. Но и ее естественное состояние, оно жидкое. И вот та же вода, если она попадает в какую-то отрицательную температуру, то она становится льдом.
этот лед это тоже состояние воды, но неестественное. И Кришна Баджан это естественная функция души, но мы не можем совершать Кришна Баджан из-за влияния Майи. И Шрила Прабхупад говорит: «О, мои друзья, вы отправляетесь на Запад, но там они очень продвинуты в техническом плане, их образование и прочее. В общем, они очень продвинуты в каком-то материальном плане. Если вы привлечетесь этим, то... То есть вы не должны привлекаться этим, а должны помнить о лотосных стопах Гуранги Махапрабху. И признак чистого саду в том, что он всегда находится в связи с Нитянандой. Никто не может отвлечь его внимание от Нитянанды. Можно... Неважно, каким влиянием, но нельзя отвлечь саду от привязанности к Нитянанде, того, кто утвердился на пути Харибаджана. И вот Шрила Прабхупад говорит: «О, мои друзья, будьте осторожны, кто-то там может оскорбить вас или ненавидеть, но не отвлекайтесь на это. Кто-то может, наоборот, выражать вам почтение». Поэтому, но все равно не оскорбляйтесь и не будьте терпеливы, не забывайте о вашей главной цели проповеди, послания Гуранги, Гуравани. Это не нечто материальное. И обычные люди, которые находятся в Майе, они естественным образом они не заинтересованы в этом. Но если ваш ачаран, ваш характер, они совершенны, если вы находитесь в гармонии с Гурвагой, то тогда ваша проповедь может дать такие достойные, великие результаты, великие плоды. Моя Гуру Падпадма, Шри Шрила Бхактипрадипти Титра Госвами Махарадж, Гуру Таттва, она не отлична, она едина и неделима. И вот Бхактипрадипти Титра Госвами Махарадж. Я очень счастлив, я думаю, что я очень удачлив. Но можно видеть, что далеко не каждый ачарья готов говорить о славе других ачарьев. Многие говорят только о себе, но мы должны прославлять таких великих ачарий, как Шрила Бхакти Прадипти Титра Госвами Махарадж. И игнорировать их славу — это оскорбительно. И вот я чувствую себя очень удачливым, то, что у меня есть возможность говорить о его славе. И я уверен, он прольет на меня свою милость во всем Сарасват-годе, вайшнавском обществе. Он среди всех учеников Шрилы Прабхупады он был уникален. Его идеализм был настолько высок, что я не могу это сказать на словах. Я должен прочувствовать это. И вот я прихожу к тому, что он родился в Нуакале. Это раньше была это единая Индия, но потом разделилась на Бангладеш и Индию. И вот это его отец был Раджаниканта Васу. И мать Видумуки. Виду значит Чандра, луна. И отец работал в этом на государственной службе. И после пенсии отец его тоже
и вот в Бхагнапаре, где там, где Бхактивинода Тхакур получил посвящение, но как такое посвящение, оно было, нельзя сказать, что оно было настоящее, он просто для получил там посвящение по какой-то, для какой-то цели, но потом точнее, Бхакти Прадип Тирта Госвами Махараджа, он как-то получил посвящение вот в Бхагнапаре, потом, когда встретился с Шрилой Бхактивинода Тхакуром, он получил посвящение у Шрилы Бхактивинода Тхакура, и потом, когда встретился с Шрилой Прабхупадой, получил у него посвящение в белую одежду получил от Шрилы Прабхупады. Но потом, когда он понял, что это сампрадая Бхагнапаре, она не авторитетна, то он принял прибежище у Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот Бхакти Прадип Тирта Госвами Махарадж, у него был еще один брат, его звали Джагадиш Прабху. Джагадиш Чандра Васу. Этого Бхакти Прадип Тирта Махараджа звали, а брат его был Ананта Васудев, он потом оставил Шрилу Прабхупаду. Но и наш Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он сказал, что после Шрилы Прабхупады он был единственный, кто был выбран ачарья Шри Чайтанья Мадха. Мадхава Госвами Махарадж говорил об этом, что Бхакти Прадип Тирта Госвами Махарадж должен быть выбран ачарьей, но там были разные голосовальщики, которые не все приняли такое предложение. Шрила Бхакти Прадип Тирта Госвами Махараджа было множество замечательных качеств, и я не могу рассказать о их всех. Вайшнавы, они находятся в трансцендентном мире, если они благословят нас, хотя мы не всегда можем найти, что они в этом материальном мире, поскольку вайшнавы находятся в том трансцендентном мире. Если они хотят даровать нам милость, то мы поймем это нашими собственными попытками. Кто-то может говорить какие-то лекции, но не харикатху о славе вайшнавов. Если я не могу любить гуру и вайшнавов, то я не могу говорить харикатху о них. Кто-то может говорить какие-то лекции, но это не будет харикатха. Если я люблю их по-настоящему, то они даруют мне милость, я смогу говорить о их славе. И вот он был очень образован. Он учился в Калькутском университете. Он был один из лучших учеников в то время. И после этого он пошел на работу этим. Школьным учителем, а в то время школьный учитель был такая почетная должность. Это они были примером для всех. И вот он услышал о Бхактивинода Тхакуре, о Шриле Прабхупаде, Бимала Прасаде. Он бы очень хотел встретиться с Шрилой Бхактивинодой Тхакуром.
И вот во время своего отпуска он отправился в Майяпур с каким-то другом. И вот они доехали до Дубули, здесь станция недалеко есть. Это Кришнанагарская ветка, Дубули называется. И вот там с Дубули потом 5 километров нужно было пройти до дома Бхактивинода Тхакура, и Бхактивинода Тхакура в то время случайно был в Майяпуре. И вот они пришли, чтобы встретиться с Шрилой Бхактивинодой Тхакуром. Когда они пришли, то по желанию Гуру Нитьянанды они увидели, что Бхактивинода Тхакура, он сидит там на каком-то камне и говорит Харикатху образованным людям, и Бимала Прасад тоже сидел и слушал. И вот Бимала Прасад Сарасвати и все уважаемые люди, они сидели и слушали. И вот Шрила Бхакти Прадипа Тиртха Махараджа был очень удачлив, поскольку он встретился не только с Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, еще и получил возможность слушать Харикатху от него. И вот после этого он расплакался, обнял лотосные стопы Бхактивинода Тхакура и просил его прибежище. Он расплакался, как сумасшедший, перед Шрилой Бхактивинодой Тхакуром всем сердцем. Он почувствовал себя беспомощным. Он попросил милости у Шрилы Бхактивинода Тхакура, чтобы не потеряться на этом духовном пути. И Шрила Бхактивинода Тхакура благословил его и сказал, что я знаю, ты образованный человек. И такие образованные люди, как ты, если они будут проповедовать, то они достигнут значимых успехов в своей проповеди. Шрила Бхактивинода Тхакура вместе с своей милостью он дал такой совет ему. Если вы сможете проповедовать послание Гуравани, вы достигнете великого успеха в своей жизни. Но Бхакти Прадипа Тиртха Госвами Махарадж сказал, он был женат в то время, в те времена отец и мать, они уже женили своих детей в раннем возрасте. Но опять же, человек, женатый или не женатый, это не столь важно. И семейная жизнь, она не достойная, семейная жизнь, она не оскверняет сердце. И вот потом Бхакти Прадипа Тиртха Госвами Махарадж получил даршан Джаганнат этого Гуру Кишода Бабаджи Махараджа. На другом берегу реки он принес ему полный распростертый поклон. И Гуру Кишода с Бабаджи Махарадж, он смог увидеть сердце Шилы Джагадиша Прабху, который в будущем стал Бхакти Прадипа Тиртха Госвами Махараджем. Парамахамсы, они видят наше сердце, их нельзя обмануть. И я видел в жизни моего Гуру Махараджа, те, кто приходили
к нему, чтобы прославиться, они получали славу. Те, кто хотел узнать Сидданту, они узнавали Сидданту. Мы не можем обмануть Парамахамса Вайшнава. Они могут обмануть нас. Если мы хотим обмануть их, то сами окажемся обманутыми. И вот когда он поклонился и принес арбуз в качестве подношения Гуру Кешодас Бхабджи Махарадж, он обычно никогда ничего ни от кого не принимал. Но в этом случае он принял арбуз от него. Спросил, откуда он приехал. С Майпура. Шрила Бхактивинода Тхакур Бимала Прасад, он отправил меня к вам. Сказал, хорошо, садитесь. Иначе Гуру Кешодас Бхабджи Махарадж обычно всех выгонял. Спросил, знаешь ли ты киртаны? Да, я что-то знаю. Можешь ли ты спеть какой-то киртан? И вот он начал петь. И вот Гуру Кешодас Бхабджи Махарадж с неотрывным вниманием слушал. Он спросил, получил ли он посвящение. Тот сказал, еще нет, еще не получил посвящение. Но как ты только что сказал, что ты приехал от Шрилы Бхактивинода Тхакура и Прабхупады, как ты можешь говорить, что ты не получил посвящение? И ты приехал с Антардвипа. Антардвип — это Майпур, это место самопредания. Атма-Ниведана. Это Атма-Ниведан-кшетра в санскрите и бенгали. Это то самое место, где ты можешь предаться. Это правильное, достойное место, где можно предаться. Это место самопредания. Атма-Ниведан-кшетра. Гуру Кешодас Бхабджи Махарадж говорил Сидданту, ты сейчас сказал, что приехал от Бимала Прасада и Бхактивинода Тхакура, и ты приехал из Майпура. И как ты можешь говорить, что ты не получил посвящение? Я слушал твой киртан и понял, что ты получил посвящение. Каков признак посвящение, такое свидетельство, что человек получил посвящение. Если трансцендентный звук, он исходит из наших уст. Это признак того, иначе нет. И то есть, если мы не можем повторить, произнести какой-то трансцендентный звук, это значит, что наше посвящение не было настоящим. И Гуру Кешодас Бхабджи Махарадж сказал ему, чтобы тот получил, чтобы тот вернулся в Майпур и получил посвящение у Бхактивинода Тхакура. И действительно, в этот день он получил посвящение от Шрилы Бхактивинода Тхакура. Это был день Гора Пурнимы, 1910 год. Сто 130 лет назад это было. И после этого
Сарасвати, Бимала Прасад Сарасвати. Он дал ему Гору Гайтри, Гора Мантру. Вот наш Шрила Прабхупад, он впоследствии дал ему по наставлению Бхактивинода Такура Гору Гайтри и Брахма Гайтри. И брахманское посвящение он получил. И таким образом мы можем сказать, что он был учеником Шрилы Бхактивинода Такура, и в то же самое время также можем сказать, что он был учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, их обоих. И он был учеником Шрилы Бхактивинода Прабхупады по желанию Бхактивинода Такура, он отправил его, чтобы он служил Шри Прабхупаде. И в итоге он получил саньяса. И после того, как его жена умерла, в 1920 году он получил саньяса от Шрилы Прабхупады. И тем временем я хочу сказать нечто важное, когда Шрила Бхактивинода Такура в 1914 году, два дня до Ратха-ятры, и Шрила Бхактивинода Такура оставил тело за два дня до Ратха-ятры, и в то время Джагадиш, он был в то время еще Джагадишем, потом, когда получил саньяс, он получил имя Бхакти Прадип Тирта. А до этого он и также от имени Вишвайшнава Раджа Сабхи экзамены были. И Шрила Прабхупада раздавал титулы, и вот он собрался сдавать этот экзамен и получил высшую оценку. И с тех пор его имя было Бхакти Прадип Тиртха. И более, поскольку он был очень любил совершать вайшнава севу, ему Бхакти Вайбав еще дали титул. И когда Шрила Бхактивинода Такура жил здесь, на Гадруме, Бхакти Прадип Тиртха Махарадж тоже был там. И когда он получал отпуск на своей работе, какой-то этот летний отпуск или еще какой-то, он приезжал к Шрила Бхактивинода Такура. Он был очень удачлив. Он даже смог. Он даже однажды принял остатки пищи Шрилы Бхактивинода Такура. И вот после того, как его жена умерла, он принял саньясу и отправил Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махараджа, Бундев Госвами Махараджа, еще кого-то на запад. Госвами Махарадж, он тоже отправился на запад, но попозже. И вот на западе, в европейских странах, он проповедовал таким великолепным образом. Если мы не можем признать его заслуг, то как то это как значит, что сердце наше чуть черствое.
И в то время он хотел написать комментарий к Бхагавад-гите на английском. И после его успешной проповеди он вернулся, он был великим вайшнавом. Шрила Прабхупад, у него была великая вера. У него была великая вера в Шрилу Прабхупаду, и он должен был стать ачарьей Чайтанья Мадха после того, как Шрила Прабхупада оставит этот мир, но из-за влияния Ананта Васудева его выбрали ачарьей, но Бхакти Прадип Тирта Махараша никогда не завидовал никому. И согласился с результатами выборов, но Мадхава Госвами Махарадж сказал, что он единственный, кто достоин быть ачарьи, кто должен быть выбран ачарьи Чайтанья Мадха, его поведение, его характер, его знания сиддханты, мой сила баджана и гуру сева, они все совершенны. И так или иначе. Он проповедовал в разных местах. И он был подлинный представитель Шрилы Прабхупады. Представитель значит тот, кто может понять сердце Гурудева. Если мы не сможем понять сердце Гурудева, то мы не можем быть представителем Гурудева. Если мы сможем понять сердце Гурудева, тогда возможно совершать Гуру-сева с помощью Вани-севы. Вани-сева — это главный инструмент. И вот он хотел как-то скооперироваться с Ананта Васудевом, но не получилось. Вот Тирта Госвами Махарадж, он проповедовал Гуру Даршан таким образом. И вот вначале, после того, как он получил саньясу, Шрила Бхакти Прадип Тирта Госвами Махарадж, он был отправлен в Бангладеш для проповеди. И вот он был отправлен в Бангладеш для проповеди, его проповедь была успешна, его поведение было настолько прекрасно. Он очень прекрасно выглядел, но не был с высокого роста, но все равно его обладал прекрасным характером, и Шрила Прабхупада отправил его в Бангладеш для проповеди. И также Бхакти Вивек Бхарати Махарадж и Бхакти Прадип Тиртха Махарадж, они два великих проповедника. И они проповедовали во всем Бангладеше. И Шрила Прабхупад был очень счастлив видя проповедь Шрилы Бхакти Прадип Тирти Госвами Махараджа. В то время было множество важных людей, и, к сожалению, некоторые оставили Шрилу Прабхупаду, как Сундарананда Видивинот. Он был очень прекрасным философом, прекрасным проповедником, но когда он оставил Шрилу Прабхупаду, вся его сила, она ушла.
Потом еще был Нишканта Саньял, он был профессором в Лахорском университете. Это столица Пакистана. Впоследствии стала, и вот он написал книгу «Шри Кришна Чайтанья». И Шрила Прабхупад сказал, улыбаясь, сказал, что Нишибабу, он совершил такое великое служение, что я не могу представить. Он написал прекрасную книгу в двух частях Нишканта Саньяла и Бхакти Прадип Тирта Госвами Махарадж. Он переводил статьи с Шрилы Прабхупады на различные языки. И перед тем, как получить саньясу, Бхактинат Такур совершал баджан здесь, Сванада, Сукханда Кунджи, и очень часто. Джагадиш Прабху приезжал и находился рядом с Бхактинат Такуром, слушал Харикатху. И днем около 2-3 часов Шрила Бхактинат Такур говорил Харикатху здесь, Сванада, Сукханда Кунджи. К сожалению, комнату-то сломали. Там была цементная, там пьедестал какой-то из цемента, и Шрила Бхактинат Такур сидел там и говорил Харикатху, но потом сломали все. Но, по крайней мере, верхнюю часть оставили. И таким образом Бхакти Прадип Тирта Госвами Махарадж общался с Бхактинат Такуром. И в итоге он получил саньясу от Бимала Прасад Сарасвати, от Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад получил саньясу в 1918 году, а Шрила Бхакти Прадип Тиртха в 1920 году, когда Шри Чайтанья Матх был основан. И Гуру Гуранга Гандхарвика были установлены, призваны в тот год. Шрила Прабхупад принял саньясу. И после этого, после того, как Шрила Бхактинат Такур ушел из этого мира, после Шрила Прабхупад дал саньясу этим великим личностям, вайшнавам, Бхакти Прадип Тирте Госвами Махараджа, и имя ему таки оставили. Он сделал много хорошего, как сейчас. Я такой маленький, незначительный человек, и мое желание, чтобы новые преданные, они появлялись представители, чтобы они становились представителями Гаудия Матха. Может, я не смогу это все сделать, но хочу. А мое желание в том, чтобы новые преданные, они появлялись, чтобы приходили, чтобы они приходили в нашу сампрадаю. Шрила Бхакти Прадип Тирта Госвами Махарадж тоже думал об этом, чтобы поскольку обычный философ, он не может представить Гаудия Матху в должном свете, но потом какие-то проблемы возникли, и Шрила Бхакти Прадип Тирта Госвами Махарадж был с Гаудия Миссией сначала, но потом Аудаломи Махарадж, он старший брат Кешо Госвами Махараджа, он занял пост Ачарьи, и после этого Бхакти Бхагават Махарадж, он стал Ачарьи, у них своя система. И вот Бхакти Прадип Тирта Госвами Махарадж,
он хотел бы быть нейтральным. И вот Бхакти Прадип Тиртха Махарадж, он знал ситуацию, которая развилась там. Но не хотел погружаться в нее, хотел совершать свой баджан и не отвлекаться на то, что случается. У него была полная вера в Шрилу Прабхупаду и то, что случилось. Он думал, что это случилось по влиянию Майи, и он не хотел погружаться во все это. Он хотел учить новых преданных в храме в Гаудия-матхе. Какие-то новые преданные, если приходили. Махарадж, он был очень умен, он смотрел на их поведение, на... он звал их к себе, благословлял их, учил чему-то. Он говорил, что нужно вам запомнить вот этот киртан. Ну, он просил, учил с ними какие-то киртаны наизусть. Обычно люди в молодом возрасте, их память гораздо лучше. Если какого-то пожилого человека попросить что-то наизусть выучить, то такие люди, как правило, не могут. Мы, Гаудии, всю нашу жизнь... мы ученики, мы студенты, говоря искренне, мы, вся наша жизнь, она подобна ученичеству. Мы преданные саньяси или бабаджи, или брамачари, каждый день мы узнаем что-то новое. И вот брамачари, саньяси, они такие вечные ученики, они всегда узнают что-то новое. И таким образом процесс обучения, он бесконечен, можно сказать. Но когда мы находимся в студенческой жизни, мы должны запоминать все, но в пожилом возрасте мало кто может запомнить даже какие-то простые короткие стихи или киртаны. Иногда можно видеть, что такие люди поют киртаны, забывают какую-то вторую строку или третью. Но Бхакти Прадип Тиртха Махарадж, он был очень осторожен после ухода Шрилы Прабхупады. Ситуация была очень опасна. Это все произошло по воле Йога Майя. Если бы не ее влияние, то как бы такая массивная проповедь была бы возможна? Махарадж приводит пример, что львы, они всегда живут поодиночке, как Шрила Кеша Госвами Махарадж, он подобен льву, он отделился из своего храма, организовал Шрила Бхактивинода, это Мадхав Госвами Махарадж, он тоже подобен льву. И таким образом львы, они не могут жить вместе, они всегда живут в одиночестве. И таким образом... я не могу сказать, что это Гаудия-матха, он распался по влиянию Махамайи, он распался по влиянию и Йога-майи. Конечно, те, кто оставили Гаудия-матху, по них можно сказать, что не попали под влияние Махамайи. А в случае с вайшнавами не могу сказать так. Если Шридхар Махарадж, он хотел бы отправиться на Запад, он был лучший из проповедников и в Индии, и там бы тоже стал лучшим из проповедников. Ч.
Шрила Прабхупад сказал, что Шридхар Махарадж лучший с проповедником во всем Гауди Вайшнавском обществе, но так или иначе, по желанию Йога Майи. И кто-то из них находится под влиянием Махамайи. И так или иначе, наш Бхакти Прабхупад Шридхар Махарадж никогда не погружался в эти все дела. Мы можем сказать, что Бхакти Прадьяп Тирта Госвами Махарадж, он ученик, подлинный ученик Шрилы Бхактивинода Тхакура, его характер, его ачарон, его знания Сиддханты и все остальное, оно было подобным Шрили Бхактивинода Тхакура. Я говорил и с Бхагаватом, я говорил об этой шлоке. Может, кто-то помнит. И значение этой шлоки мы должны понять, и тогда мы поймем. Если мы поймем значение этой шлоки, то тогда поймем славу Бхакти Прадьяп Тирте Махараджа, иначе нет. Кто-то думает, что все получившие посвящение, они одинаковы, но нет. Это далеко не так, как Махарадж приводит пример, в каком-то магазине могут стоять какие-то пустые емкости под видом товара, какие-то эти имитации, манекены и прочие вещи, которые, ну, особенно в Индии популярны, что есть телефоны в магазинах, они все полностью из пластика. То есть они настоящие, просто похожи. Ну и так, весь остальной товар. Так и здесь некоторые принявшие посвящение могут внешне походить на тех, кто по-настоящему принял, но по сути посвящения не иметь. И вот сегодня могу с полной уверенностью заявить, что Шрила Бхакти Прадьяп Тирта Госвами Махарадж, он был Снигда Шиши Шрилы Прабхупады или Бхактивинода Тхакура. Снигда, значит, такой достойный ученик. А тот, кто обрел все качества своего Гурудева. На английском это как субар переводится, но на русском это сложно сказать, что некто достойный, здравомыслящий, такой подлинный ученик. Гурдев, он всегда смотрит, кто его такой подлинный ученик. И Гурдев, он дарует силу такому ученику. И вот Шрила Бхакти Прадьяп Тирта Госвами Махарадж, он был один из таких учеников. Гурдев смотрел, кто подлинный ученик, тот, у кого нет желания обрести лапху поджи и братишту. Такой Снигда Шиши, значит, Шрила Прабхупад, он объяснил, такой Снигда Шиши, значит, тот, кто на 100% находится в гармонии с Гурудевом. Это тот, кто обрел полную милость Гурудева, Сиддханта Вичара, этикет и настроение Гурудева, его характер. Как я могу сказать, что Ишвар Пурипад, он Снигда Шиши Мадхавиндапури. Или Ишвар Пури, он ученик. Мадхавинда Пурипада. И это такой уникальный пример. И сейчас я могу привести пример, то, что Шрила Бхакти Прадьяп Тирта Госвами Махарадж, я могу заявить с полной уверенностью, что он настоящий Снигда Шиши, поскольку Шрила Прабхупад никогда не
скрывал ничего от него, поскольку Шрила Прабхупад, он все он говорил о всех сокровенных вещах Баджана, даже чтобы направить его в сторону Рагунага Баджана, Шрила Прабхупад, он давал ему наставление Санкалпа-друм. И Бхактивинода Тхакур писал Сева Санкалпа. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур писал, и Рагунанда Гасай тоже говорил. И по Вилапку Суманджали Шрила Прабхупад тоже давал наставление ему. И Санкалпа-друм такие. И Шрила Прабхупад знал, что он настоящий Рагунуга Бхакта, поэтому он давал наставление по ему по таким возвышенным темам. И вот Снигдашишья, кто такой Снигдашишья? Шрила Прабхупад говорит, что Гурудев, он Садгуру, он ничего не скрывает перед Снигдашишьей, он полностью открывает ему свое сердце. Он хочет дать полное знание, полную сиданту. И Бхакти Прадип Тиртагасвами Махарадж, он один из таких подлинных учеников и такие великие вайшнавы, которые следовали Шри Прабхупаде и хотели совершать великое служение Шри Прабхупаде, но, к сожалению, мало кто говорит о их славе, его жизнь и наставления. Мало кто говорит о нем, и я хочу прославить их всех, как Садананда Прабху, например. Кто-то может сказать, что он обычный вайшнав, даже саньяс не принял, но если посмотреть более глубоко, то, несмотря на то, что внешне он саньясу не принял, но он лучший из учеников Шрилы Прабхупады, даже лучше, чем многие саньяси. Кто-то думает, что саньяси только носить палку и шафрановую одежду. Но внешних атрибутов саньяси у него не было, но я могу несомненно сказать, что Садананда Прабху был лучшим из саньяси. Благодаря его сиданте и его чувство его преданности, его жизнь, она была полностью посвящена Шри Прабхупаде. Саньяса, что значит Махапрабху, он дал нам такой урок, что такое саньяса. И вот после принятия саньясы Махапрабху сказал на Бенгале: И что это значит? И Махапрабху сказал, что после принятия саньясы у нас есть право служить Мукунде Кришне на 100%. Сейчас, когда мы приняли саньясу, то можем служить Кришне с безотрывным вниманием. И тогда тот человек, который принял саньясу, у него единственный девиз, единственная цель его жизни должна быть служение Кришне. И можно наблюдать, что Вишну предъявили Радхарани, они лучшие саньяси, хотя они их жизненно олицетворение саньясы, но внешне может выглядеть это непонятно, поскольку они, как Радхарани, например, она никакой саньясы не принимала, но ее жизнь, она есть олицетворение жизни саньясы.
И вот саньяса значит посвятить свою жизнь и душу лотосным стопам Гуру Хари, Гуранги. Саньяси не значит просто ходить с палкой и жить какой-то такой аристократической жизнью, пользоваться какими-то благами. Те, кто в Чайтанье Махапрабху говорит, Амани, мы не должны принимать почтение от кого-то, то есть близко к сердцу принимать почтение от кого-то, прославление или оскорбление. Мы не должны отвлекаться на эти вещи. И вот эта третья шлока Шикшастаки, она полностью применима в его жизни. В киртанах. И вот кто... Есть такие прекрасные киртаны. Если мы ожидаем почтения от кого-то, то мы не сможем стать по-настоящему смиренным. И вот Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж, он был Снигда Шиши, подлинным настоящим учеником Шрилы Прабхупады. Он получил милость Шрилы Прабхупады. И его жизнь, она есть проповедь. В итоге он принял прибежище, хотел принять прибежище в Читакпарвате в последние свои годы жизни. Он хотел жить там. Читакпарват — это в Пури, Матха, Чайтанья Матха, около Харидас Тхакур Самадхи и Гамхиры. Там два их. А точнее, два Пуршота Матха, они одинаково называются, у Читакпарвата это за этим, за Тота Гопинатхом, там метров 300. Во времена Шрилы Прабхупады было и популярно и Иштагошти, то есть обсуждение каких-то непонятных моментов, непонятных тем, кто-то что-то одно понял, кто-то другое, вот делиться с другими нашим пониманием. Иштагошти называется. И Махапрабху, он думал о Читакпарвате, как о Гавадхане. И там Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж хотел принять прибежище в этом месте, в Читакпарвате. И весь день он повторил харинам, и многие преданные, которые приходили в Матху, они приходили к Тиртхе Госвами Махараджу. Он давал им наставления, давал какие-то шлоки киртана, чтобы они их учили и пели перед божествами. И, ну, до этого приходили к нему, он проверял, как хорошо они запомнили. В общем, учил других, он был подобен отцу, подобен любящему отцу. И таким образом все преданные, не только новые преданные, все остальные также они приходили к Бхакти Прадип Тиртхе Госвами Махараджу, чтобы узнать что-то о Сиддханте. Другие люди тоже приходили, чтобы узнать подлинную Сиддханту. И Тиртхе Госвами Махарадж был очень счастлив, помогая им, посторонним или всем преданным. Он
помогал, вел себя как такой любящий отец. На Харисакар он был известен как мать Гауди Матха. Он также с огромной любовью относился и заботился о всех. И вот Бхакти Прадьяп Чирта Госвами Махарадж говорил, что те, у кого плохая память, для них сложно совершать харибаджан, поскольку нужно множество вещей запомнить. Если человек постоянно все забывает, то толку мало. От этого Муагодов 25 лет назад говорил какую-то харикатху, какую-то сиддханту, если мы не можем помнить, запомнить это, как я могу рассказать об этом вам. Можно вспомнить, я говорил однажды Смрити и Сева. Ну, Махарадж в дальнейшем будет говорить об этом опять. Он уже говорил, что памятование, служение, оно связано. Если мы не можем помнить, то... не сможем служить. И как это взаимосвязано, смотрите, сиддханта, памятование и сиддханта, смотрите, значит, памятование и сиддханта, сиддханта и сева, это все взаимосвязано. Понимаете, о чем я говорю? Смотрите, наш и сиддханта, сиддханта и сева, они все взаимосвязаны. Например, я пример привожу, я служу моего Гурудеву, но мы должны очень осторожно служить, не забывать важных вещей. Утром, например, в 3 утра мы должны пойти помочь Гурудеву, сходить в туалет и все остальное сделать. Потом в 4 Гуру Махарадж начинал повторять Харинам. До этого Аник повторял, потом он предлагал Пушпанджали Кришне, нужно было цветы принести, запомнить, что ему, какие конкретные цветы ему нужны. Потом Гуру Махарадж принимал чепутку Прасада Джаганатха. Перед тем, как что-то есть, он с утра всегда принимал. Нужно было запомнить, потом нужно было приготовить для Гуру Махараджа что-то. Гуру Махарадж не мог есть там овощи, где чили больше, чем овощи. Гурудев не мог такого есть. Нужно тоже было помнить, что готовить для него. И таким образом мы должны всегда помнить, что где, когда. И наше памятование, оно должно, наша память, она должна, наш ум всегда должен думать о Гуру Севе. Чиртха Махарадж, он был великим вайшнавом, и каждый день служа всем преданным. Севак отдельно ел прасад и... то есть система какая была, в час все преданные приходили и ели прасад. Махарадж наблюдал за всеми, чтобы все поели. И потом он принимал омовение в около 2 часов дня. И после этого повторял стотры, читал киртаны, стотры, мантры и прочее. Потом принимал прасад около 3. То есть ему накладывали в тарелку, и какое-то время он пару часов стоял, и только около 3 он начинал принимать прасад, и весь... В храм Джаганатха не ходил, но он созерцал его издалека.
потом приходил в комнату, садился на асану, повторил джапу, ставы, стотры, и после этого только принимал просад. И в тот день, когда Махарадж оставил свое тело, это особый день. И вот однажды, после принятия просада, он сидел и слушал киртаны. Будьте осторожны, он сидел на асане. Его севак читал читание Бхагавату обычно. И вот севак читал читание Бхагавату, Махарадж слушал и говорил: «О, прекрасный Гора Нитьянанда!» И услышав читание Бхагавату, Махарадж мог ясно видеть Гора Нитьянанда и восхищался ими, что они явились перед ним. И в тот день он оставил тело, слушая киртаны. Он попросил севака этот такие киртаны совершить. И вот читание Бхагавата, он слушал читание Бхагавату, закрыл глаза, садился, он созерцал Гора Нитьянанду и сказал: «О, настолько прекрасно, настолько прекрасная Гора Нитьянанда!» После этого севак подумал, что Махарадж слушает харикатху без всякого движения. Он сидел на... как? Севак не знал, что тот уже оставил тело. Думал, что тот просто сидит. Севак продолжал читать. Спросил, что значит то и то. Уже второй-третий раз спросил и заметил, что тот Бхакти Прадип Тиртха Махарадж уже оставил тело, сидя на Вьясасане. Севак думал, тот закрыл глаза, медитирует на Кришналилу, но он спрашивал, что это значит, что то, и тот прикоснулся к нему и понял, что тот уже оставил тело. Настолько великий преданный. Весь мир, он должен знать о Бхакти Прадип Тиртхе Махараджа. Я не могу скрыть, весь мир должен знать, насколько он великая личность. Каждый должен знать о его славе, как, поскольку пока я живу в этом мире, я буду говорить о славе таких великих вайшнавов, как Бхарати Махарадж, чтобы все знали о их славе, поскольку мало кто прославляет их. И таким образом, времени у меня мало, иначе я мог бы сказать. Ачарджа дхармам, паричарджа вишнум, вичарджа тиртхани, вичарджа бедану, винана гуру пиво паду севанам, бедади дуспаппа падам виданти, ванча калпатару сакья пасиндабача, патитанам павана бхо, вишна бьо намон.